фотосессия для молодой омской семьи закончилась в больнице. 7-месячная девочка дотронулась до включенной гирлянды. Следы от удара током на руке девочки родители заметили только на следующий день, обратились в больницу. Ребенка госпитализировали. В стационаре она пробудет до начала следующей недели. Нам удалось связаться с отцом девочки. Он рассказал, как его дочь получила травму. Она висела на стенке, да, и упала между стеной и столом. И, соответственно, прижалась она к этому столу или еще как-то каким-то образом. В общем, получился разрыв гирлянды. Ребенок именно взялся за вот этот самый разрыв. Сейчас Следственный комитет и прокуратура города начали проверку фотостудии. Главное, что предстоит выяснить, соблюдались ли требования безопасности работниками салона. Кстати, с нашей съемочной группой они общаться отказались.